И всем привет, с меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы будем опять играть в то, что мы уже играли до этого, а именно Sword Vice какой-то Zeus, я не знаю, как это переводится. Мы нажимаем старт, я не знаю, что сейчас будет, потому что я не знаю вообще, что это, как это. Я первый раз вообще в это играю, на самом деле, вот. То есть... Не, они очень какие-то сложные, на самом деле. Охренеть. Ладно, сейчас разберемся, я думаю. Так. Оружие нам не нужно, потому что мы и так их можем мочить. Так. Ну, пошел нафиг. Давай, давай, давай. А, у меня еще есть вот это пассивный. Вот. Мы его разучивали. Вот, пассивный. Эхо Кнайф. Он убивает сзади. И это, наверное, будет интересно посмотреть. О, кто это такой? Давай, падай, падай, падай сюда. А, его сейчас запалю, наверное. Ну, пофиг. Как-то все равно. Опа! Не попал. Хопа, еще убил тебя. Давай. Побежали там они уже. На тебе. Так. Вот это уже сложно как бы стало. Ну как бы ладно. Не очень так уж и сложно, но... Я думаю, у меня не миллион хп, и меня уже ранили несколько раз. И, наверное, меня убьют сейчас. Так. Так. Окей. Так. Еще одного. То есть мы работаем с мечом. Твою мать. Лифт. Лифт, лифт. Ха! Убежал от них. Кейтен. Я не знаю английского. Так. Ни хрена их тут. Ах ты гад. Тебе конец. И тебе конец. Черт, там снайпер. Так. Ищем снайпера. Смотрим, смотрим, смотрим. Берем эту штуку. Так. Оба. Оба. Еще одного. Так, тихо теперь стоим. Вот. Оба-на. Убил. Так, еще одного. Оба-на. Блин. Это сложнее, чем я думал. На самом деле. Блин, патронов уже нет. Блин, я еще упал. Охренеть. И что теперь как? У меня ни хрена нету. Хей! Чел! Чел! Так. На. 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 Так. Блин, как его мочить-то? Во! Я думал, я его не замочу. Блин! Че такое, блин? Как этот есть? Так, теперь будем думать, где у нас там враги с мечами. Тихо. Опа. Опа. Все. Да че это такое, блин? Так. Побежали, побежали, побежали. На! Да почему я все выкидываю-то его? Я думаю, перезарядиться, а у меня же нет этой. Понятно, так. Окей. Прыгаем. Прыгаем. Оба-на, оба-на. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Оба. 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 Ну. Теперь берем наш меч. Он что, меня не видит, что ли? Ах ты гад. Ты что, меня не видел? Ах, ни хрена их тут. Ни хрена их тут. Так. Их осталось 9. Так. Чего ты там заглючил-то? Я так и не понял. Чего ты там заглюченный такой? Эй. Что такое произошло? Ну, похрен. Так. О, я их вижу, что ли? А что, я дверь не могу открыть? Ха, как странно. В общем, они выходят оттуда, я, видать, понял. Так. Так, вижу. Вижу. На. На-на-на-на-на-на. Обанна.
Все. Давай с тобой один-один. Хопа. Все. Давай. Хопа. Все, дальше пошли. А на какой-то сложности это сделано, я не знаю. На самом деле, вначале было очень даже сложно это все делать, а сейчас я вроде уже как-то уже разыгрался. Так, здесь никого нету, мы уже видим, у нас есть АИМ. В конце нам дали какой-то специальный, которым мы можем находить их. Три осталось врага. Я не знаю, где враги. Меня больше не показывает. Так, я видел там в окне кого-то. Черт, чуть не выпал. Так. Да, вижу еще одного. Он меня засек уже. И мы к нему прыгаем. Так, там внизу кто-то есть. Думаю, так. Забегаем. Сейчас тихо. Раз, два, три. Оба-на. Все. Так. Идем теперь вниз. Вообще вниз. В конец вниз. И мочим последний. А, не последний еще. Еще один есть. Вот он. Давай. Все. Мы прошли. Да, это было сложно. Но я справился за 6 минут. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Лубас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем, конечно же, пока!